Друзья мои, всем огромный привет. Времени не так много, поэтому буду записывать видео прямо так, с руки, так скажем, без особой подготовки. В общем, есть несколько очень важных срочных новостей. Во-первых, друзья, с завтрашнего дня по объекту Идеал Парк начинают работу все самые топовые блогеры города Сочи. То есть, я считаю, что если вы хотите что-то забронировать, то лучше это делать сегодня, завтра, послезавтра, потому что в течение ближайших, может быть, там, недели-двух, на первую очередь по льготным ценам квартир вообще не останется. Потому что будут работать все риэлторы, и, как вы понимаете, когда работают все риэлторы города, что такое там 20-30 квартир для такой массы людей, это ничто, правильно. Тем более, этот объект, он наиболее конкурентоспособен и наиболее выгоден на данный момент. Второе. В Идеал Парке на данный момент забронировано 21 апартамент в первую очередь. Соответственно, всего 48, осталось 27. С утра сегодня был забронирован еще один апарт. Получается, вчера было 18, сегодня с утра Екатерина забронировала, и сейчас Марина два апарта забронировала. Скажу так, самые расторопные забронировали самые лучшие уже. То есть апартов с придомовой территорией по 35 квадратов уже нет. Все, забыли, проехали. Привет там Иван, привет всем остальным, кто успел забронировать. Это правильное решение. Апартов с видом на бассейн с территории 10 метров, то есть апартамент на первом этаже плюс 10 метров терраса с видом на бассейн в третьем-четвертом корпусе. Все, тоже забыли. Все апарты эти забронированы. Остались апарты только с придомовой территории 10 квадратов в первом и во втором корпусе, но поверьте, я думаю, что сейчас у меня, во-первых, переговоры ведутся, то есть мне порядка 10-12 диалогов есть по этому комплексу, и как только кто-то из них созреет, конечно же, они выберут эти апарты, поэтому рекомендую ускоряться, вот. Ну и также, как уже говорил, что огромное количество риэлторов будет работать по этому комплексу, начиная уже с завтрашнего дня. Далее, друзья, хорошая новость. Екатерина Шацкая, это наш клиент, клиентка Екатерина. Вам огромный привет. Знаю, вы сейчас отдыхаете. Ярославль, там, круизы, то и все. В общем, эта клиентка наша, да, с Антоном еще. Мы с ней начинали работу, ну, можно сказать, там, 5 лет назад. И наше общение началось так себе, с какого-то мини-конфликта, так скажем, да, потому что она подумала, что мы какие-то мошенники, вот, все вы риэлторы одинаковые, я вот помню, Екатерина, вашу фразочку, помню, еще ехали на меня это, эмоционально выплескивали свое негодование по поводу того, там, как с вами обошлись другие риэлторы, но мы же не другие риэлторы, Екатерина, вы же знаете, что мы, ну, мы свои люди, ну, Антуан, принеси к нам чего-нибудь и закусить. Помните наш любимый фильм? Ну, смысл в чем? Небольшое отступление сейчас было. Смысл в чем? За это время вот так исторически сложилось, что Екатерина заходила с нами на самые топовые, самые классные проекты. Это первый проект, где мы купили квартиру, это «Удача 2». Она сразу зашла, купила там себе там квартиру для инвестирования, а потом ее выгодно перепродали. И параллельно она купила квартиру в Богатыре. Вот, кстати, в доме, где я сейчас живу, вот это Богатырь, чтобы вы понимали. Вот вид такой, фрукты, море, там горы. В общем, очень красиво. Так вот, она здесь себе две квартиры купила. То есть всего три квартиры приобрела с нами сразу же, схода. Потом вышла из удачи, купила Озерный. С Озерного вышла, заработав, конечно, опять же, купила семейный. С семейного вышла, купила кросс-лофт. С кросс-лофта вышла, и сейчас покупает, она с нами покупает Идеал Парк. И хочу вам сказать, что вот такая уж тенденция сложилась, что все объекты, которые она покупала, все успешно достраивались, вводились в эксплуатацию, получали документы и успешно перепродавались, понимаете? Поэтому это хороший признак. Вот, и... К чему я все это веду, друзья? Много времени занимать не буду, просто имейте в виду, что в ближайшее время, вот на данный момент, да, ничего суперинтересного, сверхвыгодного больше-то и не появится. И вот, знаете, вот с момента старта продаж прошло уже сколько? Ну, где-то чуть меньше 2 недель, да? Ну, грубо, давайте возьмем 2 недели, да, пусть будет. Через пару дней будет 2 недели. От себя скажу, что
знаете, люди начинают включать голову и, сравнивая актуальные предложения на данный момент, отдают предпочтение именно идеал-парку, апартаментному комплексу идеал-парк. Почему? Потому что там все максимально выгодно и интересно на данный момент. То есть начиная от застройщика, от надежного, да, заканчивая тем, что ты фиксированно забираешь 32% годовых, независимо ни от чего. То есть люди сейчас вкладывают деньги вместо банка вот сюда для того, чтобы с целью, во-первых, заработать за год как минимум 32%. Если вдруг что-то пойдет не так, они забирают эти деньги и все. Если же комплекс нравится по завершению, они себе эту квартиру оставляют там для управления, для сдачи или, может быть, для периодического отдыха себе. Вот что сейчас люди делают, формируя, так скажем, свою пенсию, свой пассивный доход. Вот. Есть клиенты, которые у меня заходят в ювелирку, есть клиенты, которые у меня заходят и в ювелирку, и в недвижимость, то есть формируют таким образом пассивный доход как бы с двух сторон, то есть ежемесячной основе, да, и на долгосрочной. Вот. Единственный минус вот этого комплекса, это, наверное, то, что забрать деньги раньше, чем через год, ну, нельзя. То есть, ну, я имею в виду прибыль получить. Забрать можно в любой момент, понятное дело. Но прибыль получить можно только ровно через год. То есть, ну, в начале сентября, грубо говоря, 2023 года. Именно поэтому вот многих, как бы, многие из этого переживают, но смысл в том, что, друзья, а как по-другому? Вы хотите что, сейчас вложить деньги и через 3-4 месяца уже забрать прибыль? Ну, это только в сказке бывает, вы уж извините меня, но реально, таких вариантов нет. Были горячие предложения, были, но их уже раскупили. И поймите, если предложения реально горячие, они долго на рынке не задерживаются. Поэтому, как говорится, если есть нал, то его сразу люди пристраивают. И сейчас все, что ниже рынка, все, что самое горячее, самое классное, оно раскупается прям просто на ура. То есть те люди, которые хотят по баснословным деньгам продать свою недвижимость, они не продают ее, потому что люди как бы включают голову, да. А те люди, которые чуть-чуть скидывают, например, да, или, например, просто на старте продаж что-то реально выгодное, да, появляется, это, конечно, сметают в первую очередь. И вот с идеал-парком то же самое. 21 бронь за 2 недели, и это только наши сделки, наши вот по отделу продаж, я имею в виду, да, среди наших клиентов, мои и Георгия. Вот, соответственно, как вы понимаете, когда подключатся все риэлторы, от этого комплекса ничего не останется. 48 всего квартир по льготной цене, по льготным условиям, где можно зайти и 2,5 миллиона, и 3,5 миллиона. Разница в том, что с 2,5 вы зарабатываете фиксированно 800, с 3,5 вы зарабатываете 1 100 000, сверху я имею в виду. Пишите, звоните, кому интересно, мой номер телефона в описании, я даже это видео не буду монтировать, просто вот сейчас выложу прям как есть. Время реально не так много, суета пошла, то есть очень много людей в ипотеку покупают квартиры. Просто физически сейчас не разорваться, вот 10 минут вырвался, просто записываю видео вам и уже поехал на встречу дальше. Всем хорошего вечера, друзья, хорошего настроения, побольше удачи, денег и здоровья вам и вашим близким. И помните самое главное правило, оно важнее, чем все предыдущее. Только вместе, только вперед. Всем пока.